Всем здорово! Сегодня на обзоре у нас новое китайское детище, и это наушники STN 3 тройки. Мощное такое название у них. STN 3 тройки. Bluetooth у них 4.1. Самый последний. Поддержка Low Energy, то есть уменьшает разряд вашей батареи. Тут куча символов на китайском. Со всеми совместимо. Тоже на китайском. В общем, ничего особенного на коробке нет. Пора их вскрыть и посмотреть, что же это за наушники такие. Так, тут поэтому ничего нету. Так, открываем коробку нафиг. Так, это мы выкидываем. Коробку нафиг. Так, сменные амбушюры. Почему-то белые решили положить. Какая-то хрень. Непонятно зачем. Прищепка. Зарядка microUSB. Кусок китайского пластика остатки. И сами наушники непосредственно. Вот так вот они выглядят. Кабель, конечно, длинноват. А, еще инструкцию забыл, очень важную. На английском языке даже есть все отлично. Так, пульт маленький, чисто китайский. Блин, реально галимые наушники. Такое качество. А, это все снимаются вот эти штуки, можно и без них пользоваться ими, можно с ними. Так, красный цвет и тут черный пульт такой. Давайте попробуем подсоединить и послушать все-таки, как же они работают. Так, подсоединяем их. Сначала их включить надо. Думаю, так мы их включим. Может вот так. Тут зарядка от microUSB. Вот они включились. О, вот индикатор начал мигать. Это значит, что наушники готовы к подключению. Так, сейчас попробуем их найти на телефоне и... Так, как они называются еще раз? STN 3 тройки. Так. Ждем. Пока их не видит телефон. Они все же блымают, продолжают. Ну, не знаю, посмотрим, как они. Но внешний вид у них, честно сказать, пластик такой дешевенький достаточно. Не знаю, будут ли они вообще подключаться. Но тут такие дырки. Не знаю. Здесь вроде нормально. Так, что они там хоть ищут еще? Ну вот что блымает. Синее с красным вроде как ищет. Но телефон не находит. Странно. Так, устройство Bluetooth не найдено. Ждем еще немножко и все. И если их не найдет, то значит, что Bluetooth... Не, попробую другим телефоном, конечно. Но сомневаюсь, что получится. О, вот есть какое-то устройство. STN 3 тройки. Да, они есть. Я их нашел. Так, и у нас происходит подключение. Они что-то сказали на английском. Я не слышал, что. Ну, в общем, это значит, что они подключены. Дальше заходим в музыку и попробуем сейчас что-то включить такое, чтобы протестировать их звук. Так, максимум громкости. Вроде играют. Но, честно сказать, тиховато играют. Предыдущие наушники, не знаю, будет ли вам слышно. Предыдущие играли громче. Ну, тут и выглядит они по-дешмански. Смотрите, тут вообще нет ни защиты, ничего на этом. Не знаю, будет ли видно или нет. В общем, там внутри пусто просто. Ни сеточки, ничего нету. А, кстати, вот эта штука снимается. Вот так вот они выглядят без нее. Ну, не знаю, стоит ли брать 5 долларов, конечно, ну, но качество реально низкое очень. Бля. Не знаю, решать вам, но качество звука фигня, басов нету. За такую цену, ну, и лучше взять проводные Xiaomi и не париться вообще. Так как цена реально не дешевая за такую фигню. Ну, решать вам, подумайте.
и прислушайтесь к совету. Все, с вами был я. Удачи!